Если в двух словах, твой совет помог нам. Подожди, зять, у меня много еще советов. Ты, главное, слушай и делай, что тебе говорит тесть Сердар. Остальное я улажу сам, Сердар. Постой, куда ты? А что тебе еще нужно? Я теперь должен накрывать тебя одеялом? И это все? Принес две картошки и думаешь, что я этим буду сыт? Сердар, как же так? Ты же любишь картошку. Ладно, завтра для разнообразия принесу что-нибудь другое. Я пошел. Как бы ты ни чувствовал себя... Али-щипцы? Нет. Мы загнали дядю в ловушку. Приезжай в казино, обсудим дальнейшие действия. У меня в голове столько идей. Ладно, ты поезжай. Я тут кое-что улажу и сразу подъеду. Без семьи ты становишься легкой мишенью для врагов. Подарок от Сердара. Посмотри, когда будешь один. Проклятие! Поехали, поехали, братец! Этот мерзавец снова сбежал. Ответь, дочка, ответь! Думаешь, от меня так легко избавиться? Может, выпьем кофе в кафе? Что скажешь? Подожди минутку, вторая линия. Сердар. А это не важно. Не так важно, как ты. О чем мы говорили? Ну, Джингис, давай, Джингис! Давай, давай, а ты на дорогу смотри. Дави на газ! Хорошо, только ты скажи, у тебя деньги есть? А то выглядишь ты не очень. Да, у меня нет, но у моей дочери есть. Она купается в деньгах. Поворачивай, поворачивай. Быстрее, быстрее. Только не это. Назад, 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 уезжаем. Ты определись, дядя, куда ехать? Деньги давай. Да ну тебя. Ты куда, куда? Эй, ну-ка. За ним. Приведите его ко мне. Интересно, далеко ты собрался? Исчезни! Исчезни, говорю! Вот черт! Папа?